сегодня, в день Конституции, все должны в особенной степени осознавать тот факт, что планирующееся введение закона о выборах на Донбассе является, по сути своей, антиконституционным и лишает нынешнюю власть легитимности и полностью лишает ее какого-либо морального права на дальнейшие действия от лица единственного источника власти в Украине – народа. Забывайте о том, что только народ в нашей стране является единственным источником власти. И поэтому только в наших силах может быть поменять судьбу страны к лучшему. Всем спасибо. Украина! Украина!